Δεν σε λέει, δεν πουτάτε ζωή. Λέτε μιλότσου με πόλος. Τα δίχαρμε ό,τι πάλι. Дорогие друзья, возвращаюсь с эфиром. Витаю. Хочу сказать, что несколько станций метро Петр Алексеевич Порошенко решил закрыть сегодня под соусом. То есть история с Шегини и Скаковцом продолжается, якобы они заминированы. Так они боятся своего собственного народа. Вот так цинично, чтобы люди не дошли до нашего марша. Сегодня состоится наш марш, все равно мы будем ждать всех людей и наших друзей, которые будут подтягиваться. По всей Украине, во всех областях люди выходят сегодня на площади, поэтому в вашем городе, в вашем районе также вы можете выйти на ту площадь, где был Майдан. Там собираются, по всей Украине собираются марши. Друзья, люди пешки. По всей Украине. Вы пошли с станции метро, с вокзала идут. Привитаем моих друзей. Люди идут пешком, поскольку Петр Алексеевич Порошенко решил заминировать якобы станции метро, чтобы люди не добирались до нас. Поэтому чуть-чуть мы подождем и потерпим, пока все соберемся и будем двигаться дальше. Поэтому я думаю, что самая большая проблема Порошенко – это то, что он сам заминировал уже сам себя этим поступком. Давайте все вместе постараемся перебить риторику и попытки власти нас собрать. Расширим максимально и донесем информацию до всех наших друзей. Украина! 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 Друзі, ви також бачите нашу... Нам присоединяются люди, несмотря на то, что Петр Алексеевич заблокировал все станции метро. Вот так бояться своего собственного народа и так не уважать свой собственный народ, я просто не видел такого циничного отношения еще. Поэтому мы все равно вас ждем. Те, кто будет опаздывать, собираемся на Михайловской площади. Марш начнем чуть-чуть позже, потому что люди добираются до нас пешком. Во всех областях Украины сегодня собираются марши. В Днепре, в Одессе, в Херсоне, во Львове. Везде будут марши. Поэтому если вы... Друзі, від вокзальної йде дуже багато людей зараз. Дуже багато людей ще йде. Ще йде дуже багато людей, друзі. Не вдасться їм нас зупинити. Не вдасться нас роз'єднати. Тому прошу набратись терпіння, чекати. Гаразд, друзі, підтримується? Дякую вам. Петр Алексеевич, ну как вам? Від мене теж Петр Алексеевич, вітання. От Крима, Крима, з Бахчисараю. Здохнеш, петух. Прошу максимальный репост, что несмотря на инсценировку минирования станции метро, чтобы остановить людей, которые хотят выступить за будущее своей страны, мы все равно будем ждать. Поэтому пешком, на машинах, на такси, на автобусах люди добираются.